вас... Зовите все. Начнем. Братья и сестры, заходим, заходим в трапезную. Не стоим там, заходим. Пока батюшки нет. Будем все молиться Господу благодарственной молитвой, что Господь оставил нашего батюшку, что не так слишком поздно обратились мы за помощью, что относительно вовремя сделана операция, чтобы Господь поставил его, и он еще пребывал многое лето с нами. Благодарите Бога постоянно. А брате Сергии молитесь тоже. Сергий, Татьяна Ильинична звонила, мне по скайпу рассказывала, какое его состояние. Температура под 40, подтряхивает, там его головные боли. В общем, ни дня, ни ночи нет покоя ни ему, ни ей. Так что усильте молитву о нем. Сергий из Воронежа, который. Ноги текут постоянно, из ног лимфа течет постоянно там. В общем, это вот образец того, как переносить надо все наши беды и болячки наши. Батюшка. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и все исполняй. Сокровище благих и жизнеподателю, приди, исцелися мы и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Благослови, Господи, будь милости к нам, Тебе слава веки веков. Аминь. Thank you.
Благодарю всех вас за молитвы. Вот, что Господь поднял меня. Могло быть бы и лучше, но мы всегда как-то так берегем, думаем, да пройдет оно не проходит. Некоторые поступали на 4 дня позже, а вместе выписались. То есть перезревши мы, чтобы поспело хорошо все, когда поспеет хорошо, уже потом начинает оно трескаться. Да и возраст. Ну, слава Богу, все. В больнице хорошие отношения, лечат хорошо, заботливо. Все там это так. Вот. И в палате лежал, хорошие были эти сопалатники. Под наркозом делали? Под наркозом? Да, под наркозом. Ну, как-то, я думал, как-то говорили, что что-то накладывают тряпку, народ, ничего. Нет, ничего не было. Он говорит, дышите глубже. Но я два раза дыхнул, а третий раз уже не помню. Уже потом, когда помнился, слышал меня по щекам. Просыпайте, все, хватит спать, просыпайтесь. Ну, проснулся, уж повезли в палаты там. Привезли уже. А там не дают тоже полчаса, после этого минут 40 спать нельзя. А то бывает, говорит, уснет, и человек может не проснуться. Ну и вот там. В это время все другие болящие, его все, вопросы задают ему, которого приезжает, он тогда отвечает. Трезво, может быть, он бы не ответил на какие вопросы, а тогда он в этом он на все отвечает. Ему разные задают Ну так, хорошее, начал говорить, но привычно, вот интересно, как русские вроде бы люди, но начинают разговаривать, что-нибудь рассказывать интересно, обязательно каждому слову или через слово обязательно добавить. А обязательно. И уже говоришь, он, да-да-да, ой, все, простите, я это не... Прошло 5 минут, начинает что-то, то же самое опять. Опять оборачивается, просит прощения, какое-то время нет, и опять. Он даже не замечает, это вот обыкновенно, он говорит, это у него уже вошло это. Нет, это дух. Ну, ко мне какие вопросы? Вы ничего не помните, как дела? Ну как? Лицо уже Как укрепить веру в маленьких детках? Как укрепить веру в маленьких детках? Как укрепить веру в маленьких детях? Да. Своим образом жизни. Да. Своим поведением, своим всем научением, Словом Божьим занимаемся. Ну я что скажу? Но перед школой вот Любовь, особо прошу молиться Любовь об отделении. Я... Бог мне не дал своих детей, скажем так, не было. Но нас воспитывали. У нас семья была самая большая в деревне. У нас 10 человек было. 12. Двое маленькие умерли. Нас 10 выросло. Отец инвалид, с войны пришел с одной рукой, с правой рукой. Левой не было, по самое плечо почти, там чуть-чуть было. Работали в колхозе, бесплатно, без выходных, без отпусков, без декретных. Мать может еще вечером подоить 10 коров вручную, а ночью родила кого-то, а через 3 дня опять идти коров доить. Некогда. Дома мы сами. Отец куда-то идет, мы с ним, с отцом. Отец нам рассказывает, там, как раньше жили, потихоньку на степи рассказывал, так, чтобы никто не слышал. Отец работает, мы с ним работаем, с отцом. Вот. Отец был у нас не очень верующий. Молился за стол, за стола молился. Перекрестился, все. Мама была более учила нас этому. Зимой... Мороз 40 градусов, углы трескаются в избе. Мы все на русской печи сидим. У нас русская печь была, ну, я не знаю, она вот такая там, полузбы, считай, была печь. Там все заберемся, там 10-15 человек, все на русской печи помещали. Большая печь была очень, она не из кирпичей была сделана, а битая из глины. У нас тоже такая была. Печки были, печурки вырезаны, где рукавицы сушить, там все это. И на печке мы сидим, мать что-нибудь нам рассказывает. Там, а в это время как треснет угол,
как это, как граната разорвется, когда морозы сильно были. Сейчас таких морозов-то и нету. День-два и все. Тогда там будь здоров было. То есть, как воспитание? Мы воспитывались, глядя на родителей, как они работали, и мы работали. Отец говорил, узнаю, где, говорит, если своруете что, говорит, шкуру спущу. То есть нельзя было. Мы знали, нельзя брать чужого, а то отец шкуру-то снимет. Понимаешь? Никогда уж там, что отец, ну, праздник был, выпить там, может, напиться там до пьяна. Когда, говорит, не каждый день это было, а когда там какие-то праздники гулял. Но чтобы где-то что-то взять чужое, этого никогда. То есть учили этот страх, вкладывали в нас с детства. Вот что такое. Как воспитывать детей? Ну как? Ну что, ты им будешь педагогические книги читать? Нет. Провинился, отец наказывал. Редко наказывал он. Вот. Меня один раз в жизни наказал только. Кого-то, может быть, там несколько раз. Редко-редко наказывал. Но наказывал крепко всегда. За дело. Не просто там что-то там. За оценки нас никогда не наказывали. Там получил двойку за это. А сегодня за двойку получил, там поле, двойку получила. Ну, это, за это нас не наказывали. Мы знали, что учились, учились. Хорошо. Ну, бывало, и получишь там двойку, чего там, не выучишь что-нибудь. А так нормально было. Никто у нас, родители на педагогических этих, на собраниях родительских не краснели никогда за нас. Не было этого. То есть здесь личный пример. Мы видели, как поступает отец, как поступает мать. Мать учила страху Божию нас. Сынок, это делать нельзя, это грех, Бог за это накажет. А очень просто учили. Бабушка. Вот она говорила, как, а Иоанн Златоуст, в общем-то, говорил то же самое. Она говорила, что как-то сестра старшая, 10 классов, и там в школе как бал, танцы. Ну и она, видать, осталась немножко потанцевать. Бабушка узнала. Так ее она так очистила, вот будешь на том свете, на раскаленной сковороде, босыми ногами танцевать. Вот так вот. А Иоанн Златоуст в одной из бесед говорит, те члены тела, которые мы больше грешим в этой жизни, больше будут мучимы. В общем, то же самое. Понимаете? Вот. То есть этим и страх вкладывали, и личный свой пример. Нигде никогда. Мама наша... Я не помню, чтобы когда-то мать с отцом при нас выявляли отношения и ругались. Мы не помним. Я решил это проверить, своих братьев, сестер, там спросить, что было. Никто не помнит такого. Было там как-то пьяный отец, что-то мать не послушалась, там он на ее с топором замахнулся. Там. Было такое. Но чтобы при нас они выявляли отношения и ругались, а там это... мы не помним. Никто такого не было. Вот. А сегодня смотришь, при детях там вот начинают там являть, ты такая, ты такой, сякой, это... Ну, а дети-то они впитывают, а как губка, они все это впитывают, запоминают это. Но... Это, я думаю так, что больше это личный пример. Они смотрят на жизнь родителей, самые близкие, родные люди, как поступали, так и они это делают. В этом воспитании, а не в том, что где-то как-то там что-то им читать или что это нет. Личный пример, это все. Я помню, как первый раз меня отец взял на мельницу молоть пшеницу, собирался отец. Сказал, что завтра возьму тебя. Я не знаю, мне было, может быть, лет 7 было, 8. Но представь, на мельнице, я с вечера все... Там рукавицы, там эти валенки приготовил, штаны там уже. И как, чтобы не проспать только мне. Думаю, тятька есть, что у меня... А мельница была у нас такая, ветряная, большая мельница. Там привозишь, мешки поднимают, там, а потом муку. С каждой свою пшеницу привозили молоть. Утром я рано-рано, мать только сбрякала, что-то там стало. Она всегда раньше вставала, мать. Я все скажу, ты куда? На мельницу с тятькой. Да какой с тятькой еще там... Полшестого, 5 часов время утром. Какой там мельница? Ну, чтобы не проспать. Что, как это с отцом поехать? Это? Ну, вот такое вот было отношение. У нас. Боялись мы отца, боялись. А если мать
наказание сказать, расскажу отцу, не говори, вам все сделаю, и картошки достану, и пол помою, только тетке говорить не надо. Потому что отец, это, у них было согласие у родителей между собой. Вот, привозят кино, такой случай, привозят кино в колхоз. Там показывают, оно редко было, может быть, в неделю раз, в месяц два раза. В кино идти. Так нет. Мам, можем мы в кино сходим? Мать говорит, как отец. А отец пошёт на степи, бежать километра три-два до него. Но мы к отцу. В кино охота, а не пойдешь, мать сказала, как отец скажет. Мы к отцу, тяж, можем мы в кино пойдем? Он говорит, как мать. Ну все, отпустили. Все, теперь мы уже можем смело идти в кино. Как мать сказала, а он как отец. То есть они искали, чтобы было согласие между собой. Из дома, брат, сегодня смотрят дети, даже на исповедь, как говорят, что я там, ну, тайно взяли там, что, шоколадку, конфеты там. Так. У нас этого не было. Охота конфеток покушать. А денег-то не было, а в магазин можно было яйца сдавать и там что-то брать. Мам, можем мы яичко возьмем? Ну, в магазин. Ну возьмите. Мы могли бы с гнезда взять три яйца. Кто их там, мы не знал. Но мы возьмем именно одно. Прибежим втроем в магазин. Продавщице даем. Тетя Зина была там через два дома от нас сделала. Она никогда не вешала. Так возьмет там нам по две конфетки даст там. Такие в сахаре перевалены. И мы рады домой бежим. Все. Никогда без разрешения мы ничего не могли взять. Соседка рядом жили. У них было двое ребятишек. Вот. И она приносила к нам на сохранение семена тыквенные, подсолнечные, чтобы весной сеять. Они могли у нее сощелкать там дома. А у нас лежали, шкаф открытый был, семена лежали все, и мы никто никогда семечку не возьмем, не сделаем. Почему так было? Потому что отец так учил. Нельзя брать чужое. Это очень плохо. И это мы впитали. Как-то нельзя брать чужое. И все. И знали, что нельзя брать чужое. То есть было вот это послушание. Нельзя пить в школе. И мы сколько учились, мы в школе ни разу не напились. Было так, потому что у нас дедушка, вот были старобрядцы, беспоповцы. Это строго было, что нельзя чужих людей пить где-то. И в школе мы ни разу не напились, хотя хотелось пить. Мать бы не узнала, могли бы мы там опить с этой воды-то. Она бы когда не узнала, но мы знали, нельзя, мы этого не нарушали, этого не делали. И многое что другое можно принять, чему родители учили, что нельзя этого делать. Вот в этом и все. С чем не согласна, Любовь? Совсем согласна, благодарю. Ну вот так вот. Еще какие вопросы ко мне? Сегодня я думаю, Бог даст, если жив-здоров будем, то вечером я... Думаю, в Покровский собор я узнал, отец Сергий, там настоятель Беляев. Я созвонился, говорит, с 5 часов будет служба, будет там владыка. Вот этот отец Сергий приходил, меня проведывал в больницу. Лёх приносил там передачку, приносил за день буквально до выписки. Он, я не знал, говорит, что ты в больнице. Узнал сразу, в больнице проведал. Сестры приходили ко мне, все эти, которые лежат. Ну, батюшка, у тебя какие? Приходят все, у тебя какие молодые, красивые, все скромные такие. Видим, не как это. Вы как-то их подбираете, что ли? То Надя придет, то Таня. Потом эти бауры пришли, потом дроботы. Ребятишки. У вас все какие-то, они говорят, такие, прям обидно, что не как все. Надя приходит, а вот эта девочка-то, которая приходит, она здесь работает, вроде она девочка. Так я говорю, у девочки-то уже дочь, невеста. Да вы что? Да, говорю, ну как так? А нет, значит. Ну так, какие еще вопросы ко мне? Нет ничего? Ну все, давайте дальше проводите кто. Ангелы-хранители Большого Здоровья, спасибо, Господи. Братья и сестры, еще раз о прощенном воскресенье. Я вот смотрел в интернете и в других местах,
Господь нас призывает быть совершенными, как Отец наш Небесный. В Новом Завете мы читаем, да? И вот по образу нашего Отца Небесного я хочу напомнить такое толкование, что вот когда Адам с Евой согрешили в раю, то Отец Небесный, Творец всего видимого и невидимого, Он не стал ждать, когда Адам покается, а стал побуждать его к этому. Он его спрашивает: «Адам, где ты? Не ел ли ты с дерева запретный плод?» Вот и нам вслед Творцу нашему нужно подражать ему и говорить тем людям, которые обидели тебя, не ждать, когда он придет, а самому изъявить это первый шаг сделать, побудить человека к тому, чтобы примириться. Согласны? Да. Вот интересное такое вот толкование я увидел к этому дню и принял для себя и решил поделиться с вами. О болящих еще что у нас? Сегодня, смотрю, все места заняты, но Юля еще... нет. Юля Третьякова заболела. Это Юля? Вот новые, да, сейчас. Ну, Тамара, не было? Забывайте, Тамара с Раису выписали, она дома, но болеет. И Тамара с глазами, за нее молиться надо. Ее запрограммировали? В какой больнице? Ну, она сказала, не надо, ее сестра куда-то там. Ее запрограммировали уже? Ну да, ну сказала, она 3 дня, там она будет. Вот. Аполлинария у нас болеет целую неделю с температурой, так что маленький. Чья вы Аполлинария? Лена. Это была. Ну вот за Акелину, с Агафьей молитесь. Ну все, Варя вроде бы немножко выздоровела, немножко есть там что-то у нее, ну ничего уже. Все. Путешествующий у нас Виктор, Лариса. Путешествующая. Да. И Нина. За Нину Жолнирову молитесь. Она тоже путешественная. Так и Валя, когда Валя. Кажется, не в расстоянии одного, что Нина путешествующая. Еще у кого есть слово? Ну, за Игоря молимся все. За Игоря Дубнова, да. Игорь Дубнов в больнице находится. У него оба колена болят. Долго болят? Да, но пока без оперативного вмешательства, там вводят внутрь сустава дорогущие лекарства, там, не знаю, он там даже попросил помощи у родителей финансовые. Ну, Бог даст, поможет это как-то. Ну, с одним коленом, наверное, все-таки придется оперативное вмешательство предпринимать. Но там прежде всего нужно массу. Снизить массу, потому что нагрузка на суставы это большая, и естественно там без того уже все было повреждено. Это, такую массу, конечно, трудно. И разжижать кровь надо. Да, что профессор. Я тоже это все спускала. Все профессора. Так, еще? Да. Сегодняшнее Евангелие, что-то слышали, да? И, естественно, теперь уже традиция толкования святых отцов Феофилакта Болгарского. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня читалось Евангелие от Матфея, 6 глава, с 14 стиха. Евангелие начинается со слов «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это как бы вывод и то, что из вышесказанного следует, или потому что. Слова синонимы. А впереди говорится о том, как ученики спрашивают Господа: «Господи, научи нас молиться». И Он им общеизвестную молитву рассказывает: «Отче наш». И вот в этой молитве «Отче наш» есть такие слова:
как и мы прощаем должникам нашим. И далее вывод «Ибо». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Толкование. Опять научает нас быть не злопамятными. Об Отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого Отца, стыдясь Его, не злобились подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит безжалостность и зверство, посему и запрещает нам быть таковыми. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Толкование. Помрачение лица есть принятие пасмурного вида, то есть когда кто кажется не тем, каков есть, но притворно принимает скорбный вид. Евангелие от Матфея, 6 глава, 17-18 стих. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Толкование. Помазываться елеем после умовения у древних было знаком радости, так и ты, показывая себя радующимся. Но под елеем, разумеется, также и милостыня, а под главою нашу Христос, которого должно умощать милостынями. А лицо умывать значит душу очищать и чувства омывать слезами. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стихи. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Толкование. Изгнавши болезнь тщеславия, напоследок говорит о нестяжании, ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает нищету земного сокровища, потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, дабы кто ни сказал, не все же крадут, он говорит, хотя бы и ничего подобного не было, но то самое, что предаются заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души, потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога. Посему и говорит, далее 23 стих. Ну еще раз. Ведь на дню несколько раз читаем эту молитву, Отче наш. Сотрясаем воздух часто губами, зубами, органами речи нашей. Прости нам, как и мы прощаем. А прощаем ли мы от чистого сердца? Помним ли мы? Осознаем ли мы, что простили? Вот как раз Четыридесятница нам и дает поприще для очищения нашей совести, нашей души, ума и сердца. Канун в понедельник. Вот о понедельнике. Каноне. Читать. Кто будет читать? Кто будет приходить? Кто приходить будет? Еще? Не разбираться. Не просто читать. Не знаю. Игорь, во сколько будем собираться? В
6. Шесть или полшестого? Всегда в шесть. Там есть папочка, Никита, там все готово. Давайте полшестого. Папочка есть, сиденье. Уже теперь светло. Полшестого, да? Полшестого. Давайте половину шестого. Всем, кто, кого нет, надо обзвонить. Может, кто-то еще и придет из отсутствующих. А если чтеца не будет, кто может кто-то не чтец читать? Да, а почему нет? Ну, конечно, любой мирянин может читать. Также, покаянный канон, так почему не читать? Мы можем дома его читать. Можно? Ну, а почему нет? Конечно, может. Батюшке, благословиться надо. Благословиться надо. Конечно, правильно. Брат, да, покаянный канон. Как не знаю-то? Все нужно отложить на 4 дня. Так, значит, половина шестого завтра. Еще вопросы какие есть? Игнатий Тихонович, ну, скажите нам слово. Переживания только какие были. Когда уже к концу подходишь, если всю жизнь учился, то ну, мнение такое составляется, что уже много где-то знаю. И бывает, на самом маленьком срежешься, чтобы не думал о себе. Вчера я весь день потратил на одного человека в интернете. Конюхов Федор. Кто знает, кто считал, кто слышал, поднимите руку. Слышали, все такое. Да. Путешественник. У него, как пишут, и писатель, и поэт. Что он писал, не знаю. Но путешественник это определенно. 50 лет отдал путешествиям. И его патриарх рукоположил священники. Он это иерей или протоиерей. И вот где он был, установил сколько мировых рекордов. По-мирски ему цены нету. И вот имена какие у нас? Ну, разные имена есть. Но есть одно имя у русских, которое прямо говорит, вот владей миром. Каким миром владей? Ну, Владимир-то. Светлана светлая. Но есть прямо говорящие о Боге. Славянское имя. Кто знает? Руку поднимите. Кто? Богдан. О, у нас губернатор Александр Богданович. Сын от Бога данного. И чтобы так это было. Богдан, а по-гречески Феодор, Тео. Тео, Фео, первый, это Бог. Федор. И таких Феодот, Феодотион. Это все одно и то же имя. Иногда вперед, Тео, вперед как ставится. Где? Досифей. Дорофей. Это все одно и то же имя. И вот русским как-то везет на Феодор очень много. Федоров Глазник был, и считаешь, такие знаменитые люди были. И вот на русских два Федора столкнулось, которые знают лично президент и многие люди. Больше, конечно, знают о борце Емельяненко. Это не просто чемпион мира, многократный. И опять вот готовилось соревнование. Это Федор, Божий дар. Но если Божий, так он верующий, да, показывает верующим, мощам поклоняется, свечки несет, на исповеди у священника бывает, и борется, бьет. Ну, блаженный миротворцы, и со всей силы бьет. Ну, не может туда вписаться никак верующий-то. А священник благословляет. А для чего? А чтобы бусурмана этих укротить. Ну, ты же бьешь-то. Когда он его повалит, он тогда все время тренируется, и рука у него как молот. Он бьет, ты только голова, потому что может на всю жизнь остаться без головы. Но получает за это большие деньги. $1000 за одно выступление. Это 60 тысяч рублей. А выступают, как правило, ну, первый раунд, там, 5 минут, за 5 минут. Но были такие выступления, $5000, но которые поменьше чином, тем поменьше платят. И вот на Феодора, как нам русским везет. Один, ну, если по-простому сказать, дерется. Василий Великий говорит, вот убить нельзя. Но когда мы вместе все собрались, такая кодла образовалась, теперь можно убивать. А почему? Император сказал... Диоклетиан и христиан сколько было у Декия, когда разоблачили? Это второй век, третий начинается. 11 тысяч христиан. Ни один руки на никого не поднимет. А на войне были как Флакида и Евстафий непобедимые. То есть там они резали, убивали, кололи. Это можно. Василий Великий говорит, откуда это взяли? Одному ему нельзя домой придет.
цыпленка не обидит. А она вручную сколько голов отрубил-то там? За одним, говорит, сколько он сразу поразил 70 человек. Один. Ну, взял челюсть, вы знаете, один богатырь. И одной челюстью сколько он их убил там? Пропасть только летят. Самсон. А одному дома он любящий отец, любящий мать свою. Вот так и здесь. Федя дерется и очень сильно дерется. Это Божий дар для России. И пока за соревнования идут, это в Америке, я не знаю где. На первой скамейке сидит президент Путин. Его все знают. После этого приветствуют. Путин выходит, слово сказал. Только покушения не было, там уже из зала выстрелить. А зал-то там, наверное, 1030 на 50. Конца края не видать. Это огромные деньги уходят. И у него фактически вся жизнь идет. Еще в армию он начал. А вот уже 3 года не выступал, депутатом избрали его там еще где-то. Я говорю об Емельяненко. И видно по лицу, какой он хороший. Вот другие, когда победу одержат, вот почти все одинаково. Он сразу вот такие глаза у него, он бился. Вот так рот разевает, страшное лицо, и вокруг начинает по арене бегать, себя в грудь колоть. Это шимпанзе всегда делает, когда у них звук такой издается. И бегает, ну посмотрите, кто знает, борьба без правил, там бьет в грудь и орет вот такой рот, глаза заскочит на ограждение на какое, еще раз, то есть он страшный, не подходите. И один, которого можно смотреть по-настоящему, это Федор Емельяненко. Он вышел, как будто стоит, они перед тем, как начать бороться, они всякие рожи строят, грозят друг другу, а этот станет, ну что с вами поделаешь, вылезли вы здесь. И вот победит, полная победа. И опять стал, как будто его это не касается. Платите деньги. Стали говорить с Трампом, а он говорит, Дональд, я всегда переживал, болел за Федора. И показывает, они уже с Дональдом рядом стоят, во всех позициях фотографируются. Отлично и замечательно. Честь нашей Родины. Но какое отношение имеет к Богу, бесценности нашей жизни и прочее? А на арене сколько их убивает, показывает. Упал, и врачи здесь, и осматривают, бесполезное дело. Он вышел, но он везде-то с кулаками, а там-то найдутся по-другому. У меня очень близкий человек теперь, ну, в деревне живет Устинов, Володя, Владимир, это, ну, другим это, Андрей, отец. А у него брат был, и брат хороший, Миша. Просто смотреть на него приятно. В десантные войска попал. Всякие приемы, ну, и везде теперь, где только гулянка, его берут с собой. Он один разметает всех. И один в стороне стоял, еще проходит мимо, бросился и ударил газеткой. А в газетке вот такой нож. И прямо в сердце, сразу его зарезал. А он мне за неделю до этого был, у меня на кровати лежал, все. А другой такой никуда, кажется, ну, говорит-то как-то. И священник Ваня. И живет по сей день. Тот знает все приемы. Приемы, это значит, на тебя тоже будут приемы. Этих бойцов, я посмотрел, их отстреливают. Кто с ними не мог поправиться, где-то там встретил возле дома, как Котовского пристрелили, и все. Чтобы нам Бог дал Божий дар. Как бы встретиться кто-то с ним, и сказали, Федя, время-то нет, время нет. Для покаяния время нет. И он всегда выходит на арену, у него крест, ну, с крестом что нельзя, снимает. Там, ну, его благословляют и прочее. Другой Федор, вот этот Конюхов, стал даже священником. Представьте, есть 7 самых высоких вершин. Он все покорил. Покорил, ну как покорил, это слово одно, залез туда. Дальше. Пересек Тихий океан на гребной лодке. И он показан, а на лодке сидит двумя, вот так, это все в интернете смотришь где-то. Каждый день 18 часов весел из рук не выпускает. Если отдыхает, то берет в руки ключ, а рядом как тарелка, чтобы заснуть не больше 15 минут. Ключ упал, брякал, он опять. Не больше 2,5 часов за рулем и сидит. И показывает, сколько прошел. 17 тысяч километров. Прежний рекорд 2 раза уменьшил. А то вообще. Но за ним целая команда там где-то, я не знаю, в Москве или где. Они смотрят, какие движения облаков, где тайфун, чтобы не попал. И он один раз выходит на связь. Его обслуживают много людей. Он по северный там полюс обошел, где-то поверху с собаками самый рекорд установил, прошел в другом, где-то в лесу, что-то такое. И все, рекорды, рекорды, рекорды. Он говорит, я с собой ничего не могу поделать. Это у меня гордыня такая, он дневник. Он все это говорит. И вот говорит, мои лодки уже не первый раз океан-то пересекают. И вот теперь они взяты там где-то. И они гниют где-то в портах, никому не нужны. И это, на которое плыву, этот гниет. А для чего я жил? Ему 65 лет.
И он надумал, что с детства мечтал пролететь на воздушном шаре. А воздушный шар — это не дирижабль, где мотор работает. Ну, пузырь, пустите, вот какой. Куда он полетит? Куда ветер? И я впервые что узнал вчера, что на высоте 8-10 километров ветры дуют. И притом дуют в разных направлениях на разном уровне. Он-то не знает, это если только ты, ну, не знаешь, как делается. Это только со спутников определяют. И они отдают данные, а с этими он связывается, и они ему говорят, надо подняться. Вот этот аэростат, который в течение года готовили в Англии. Цену я посмотрел, только 130 миллионов. Высота его 20-этажное здание. Сколько там внутри? Взрывной — это такой был раньше водород, а сейчас гелий, он не взрывается. И горелки, 6 горелок вспыхнут горящим воздухом. И он поднимается, показывает, как собирает, там полтонны, что ли, только весит это, ну, все есть. И несколько слоев, чтобы не охлаждалось, а там теплоизоляция. Зачем? Ну, надо. Но верующему зачем? И он священник. И вот он сидит, гребет, ровно 160 дней плывет. Полгода. Когда канон говорит, если 3 воскресных дня, 2-3 пропустил, не был на литургии, его извергают из сана. Он полгода. И для меня храм — это океан. Вокруг медуза, акула за ним плывет. Это его прихожанки уходят. Ждут, когда бы позавтракать им самим. Жена его, видимо, не очень давно пришла к Богу, или как, она говорит о нем, и я ближе к Богу стала. Приятная такая женщина, прощается с ним, я его дома-то не вижу. Ну, представьте, первый раз, говорит, 15 лет было, а жили на берегу Азовского моря. Без разрешения отца переплыл море туда и обратно, ну, то озеро можно назвать. Я тестом сгрел его, но я решил, буду. И в армии был, пошел в морфлоте, и здесь закончил. И он не, какие только не придумает рекорды. Вот как лезут они на горы, на эти, кому платят, шерпы, женщины. И там сразу лавина идет, 17 шерпов сразу похоронило, носильщиков в Непале. Вот у нас Валя Конева была, у нее зять Николай Шевченко, туда полезли они. И что интересно, финансируя Эллен Банк был, об этом печатает, фотографирует их газета «Время и деньги». Они идут, один заболел, отстал, как вот у Дятлова, он живой. А остальные дошли до вершины, назад началась буря, все погибли. И не знают, на какой стороне. А там показывают трупы, там 250 трупов, и никого нельзя снять. Одни лезут туда, а другие обратно, у нее кислорода не хватает. Ей 23 года, молодая женщина, дайте дыхнуть, никто даже на нее не смотрит. Как самому выжить? Идут обратно, она уже окоченела, все. Зачем? В горы лезут только... Ну, не такие, конечно, пониже. Это святые были, как Марк Фращевский, или бесноватые. Но ты-то зачем туда лезешь? И гордость какая. Впервые на этом Джомолунге был священник. И не чей-то, а нас. И он о людях заботится, и показывает в храме, он только что-то говорит, там, о себе, подает свечи. Ну, какой он священник? Ну, Охлобыстин какой? Клоунов играет. Что с нами делается? И помолиться об этом тоже. Фео, Божий дар. Но была одна Феодора, Божий дар, блудница. И она ухаживала за Василием Новым, житие. И показано было ей, что за мытарство. Это мытарство-то все от нее идет. Вот, одно это, если это все действительно принимаешь, всех Федоров победит. Они хоть одного привлекли к Богу? Нет, а как привлекли? Чего ж, если он его молотит и бьет? Ну, этот проплыл, а ему все время сообщают. А там грозовые тучи, молнии сверкают. Выше подняться нельзя, оледенение, там уже 40 больше градусов. Ему говорят, скорее опуститься вниз, он опускается, все тает, тонны воды с него. И опять подняться, попасть в нужный поток. У него движется только воздухом. Он в Австралии начал, вокруг земного шара облетел, и теперь его встречают. Уже сказали, где. Там люди собрались много. Это надо видеть все. И тут же поздравительная туда пришла от Путина. И тамошние встречают, и посол России в Австралии встречает там. Ну, встречает он или там письмо. Ну, главное-то что? Вот Божий дар. И вот это все наши люди. Божий дар. Я не против, надо рекорды ставить, надо показать возможности. Но вот на этом не аэростате, называют как-то, ну, шар-то воздушный-то. Попытка-то не первая была. Первая была — погиб. Вторая попытка — англичане делают — погиб. Третью, четвертую делать — американцы, погибли. Пятую делать —
погибли. Почему? Дорога или лопнула, или что-то упало, оледенел в воду, акулы съели, ничего нету. И первый там американец прошел, а второй Федор, но он почти наполовину сократил срок. Почему? Другие сегодня условия. Потому что следят за космической, там, со спутников, как это, поток куда. Ему сообщают, Федя, подними повыше, и прямо на Австралию поток идет. Его подхватило, и по сколько километров сейчас? Там 100 с чем-то. Обычно 170, до 400 километров. Ого. Какие ветры? Но ветры, толщина этих слоев небольшая, там километр-два. Но выше 7 уже никак нельзя. Уже с 5 километров он сидит все время в кислородной маске. И сколько он 13 дней летел, кислородную маску почти не снимал. Зачем? Он победил океан. Какой океан был, такой и был. Ты себя не победил. Я не могу, говорит, вот сейчас заканчивается это. Я уже сейчас думаю, куда дальше. Я не могу. Он не может дома. Я подумал, слышь, бы такая ревность у нас была по всему миру нести Слово Божие. Да ему цены нет, этому Феде. И тот, если бы с дьяволом-то так боролся, цены нет. И куда направил? Кто направил? Кто научил драться, кто научил мотаться по свету? Вот это я вас ввожу в курс, что Божий дар. И вы просите у него Бога, чтобы те люди, которые напрасно потратили время, они мыли такие, ибо за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас. Где мы будем? Чтобы мы не оказались теми, которые зарыли талант. Человек, тратящий напрасно время, вор, и вор страшный, он теряет, ворует Богом отпущенное время. Если Бог за десятину спрашивает, вы меня обкрадываете, то время-то, которое мы живем, кто нам его дал? Я еще не родился, говорит Давид, но в твоей книге записаны были все дни для меня назначенные. Очи твои видели зародыш мой. Какой? Куда? Чтобы я всю жизнь где-то и ни зачем? И вот если это взять под контроль, на этих двух людях можно высветить. Да, деньги, да, финансируют, да, помогают. Там англичане все помогали по погоде, когда они шли. Они вот так вот сидят на студии, что делать? Вот грозовые молнии вот так, он сразу там погибнет. Он же простился с жизнью, говорит. И вдруг на нужный поток, и облака раздвинулись вот так вот, а молнии сверкают. И он между ними, говорит, его вынесло, и оборачивались, говорит, уже дальше и дальше молнии сверкают. Это Бог делает. И вот здесь пример он показал, какая надежда на Бога. У него с собой икона, он лодки гребет и считает молитву. Ну, хорошее можем взять. И лицо его такое приятное. Представь, 65 лет, Николай, ну вспомним мы, где были-то там, как в Остриков батюшка один, отец Игорь. Он воинскую часть отслуживает. Сейчас могу ошибиться, но, по-моему, 2000 чем-то или 3000 прыжков с самолета. А со мной ровесник. Зачем тебе? Ну иные боятся прыгать. Это готовятся куда они? Они не в церковь люди готовятся-то. А я первый прыгаю, ну тогда и они за мной. Ну куда же старик, если прыгнул-то? А он уже привык, ему нужды нету. Такие это наши героями по-другому не назовешь. Но для Бога ли это? Мы уезжаем, он говорит, помолитесь о том, чтобы мне хоть один парашют купить. Он 500 тысяч стоит. Да, деньги кто-то пожертвовал. Я только могу молиться о том, чтобы никто копейки не дал. А чтобы, если достанешь деньги, на Слово Божие, на Евангелие, помочь нуждающимся. Господь же не спросит на суде Божьем, сколько ты плавал, мотался в океане. Не спросит, скольким людям ты лицо набил. Ну там колотят ужасно, как они. Да притом ногами пинаются. Разворачивается, ногой вот сюда ударит, без сознания падает, врачи отхаживает, ногами бьются. Ну, ногами сильно это жираф бьет. Он если ударит, череп сразу разносит льву. Лев мертвый падает. И вот они ногами сегодня дерутся. Кулаками. Вот так зажимает Федор, душит рукой, другому руку на выворот, и тот колотит по арене, что все, сдаюсь где-то. Это считается очень хорошо. И он потом с мечей много покупает, идет на исповедь. Но я же не на улице. Я же на арене. То есть арену утвердили, можно драться, можно бить. Как Василий говорит, во множестве, если это одобрено властью, все, уже никакого греха нету. И просто так, немцы это же добрый народ. Но вот их благословляет фюрер, и 178 дивизий одновременно поперли на Россию, на Советский Союз. Ладно ли это? Ладно ли ставится задача истребления целых народностей? А почему? Тут надо выбрать лучшее. Вот я никаких вам не буду рассказывать, потому что все слишком споткнулось. Пойдите сегодня, кто не ходил, Покровский собор. Потому что
до меня дошло сведение, может, не проверено, что может быть так, что архиерея заменит. Если это действительно так, для нас это большая, скорбная весть, печаль. Я написал патриарху, когда его поставили, как Бог положил вам на сердце, патриарх, рукоположить нам такого, когда он епископом еще был. А письмо-то пришло буквально чуть не через день, его уже ставят митрополиты. Что многострадальный Алтай наконец получил такого человеколюбивого, настоящего. Так он мне письмо прислал в лагерь такое трогательное. Да вы меня так это... Да что вы это обо мне... А нынче он мне какую характеристику в интернете-то дал. Половина хулителей сразу отпали. Сказал, говорит, за Игнатием нету ни канонических, ни догматических нарушений. Под запрещением не стоит. Имеет общение с церковью через нашу епархию. Он исповедник, крепкая вера. Это все с печатью, на бланке и во всем интернете. Я не ожидал и знать не знал. Но в долгу не остался. Скажет, кукушка хвалит петуха. А зачем мне хвалить? Это так действительно соответствует. И мы сегодня можем увидеть его, поклониться. Он к нам очень неравнодушен. Я слышал, мне говорили, не раз ставил нас там в пример. Своим. Ну, бывает разные где-то. Так что хорошо было бы у кого, если ребятишки с ними будут, тоже взять, показать детям. Если говорили, кто-то с шести, на самом деле с пяти служба. Я не пойму. С пяти. Ну, батюшка сказал, кто-то вчера мне говорил с шести. Во всяком случае, к полседьмому надо быть там. И вы знаете, какой порядок у нас. Мы раздеваемся в правом пределе, потом, когда все уже пройдут, наши сестры идут, а потом идут братья. Там будет. Наоборот. Братья идут сначала. Братья идут, а потом сестры. Но когда пройдут первые уже вперед, тогда подойдут, около одежды стоят. Я уже много раз говорил об этом. Раньше у нас уговаривать не приходилось. Мы на Пасху ходили. У нас три раза в год мы там посещали. А нынче хотя бы один раз надо пойти. Мы связи не теряем, признаем благодатность патриархии. Мы знаем нужды их. И к нам они приезжают даже не с пустыми руками. Он приезжает с подарками. Вот что я мог сегодня поделиться чем-то, что Божий дар был настоящий. Спасибо, Господи. Еще у кого есть? Все? Валентина. Всех благодарю за молитвы. Ну, и хочется, чтобы вот когда снег начнет таять, тоже бы молились, чтобы я не утонула. Ну, ты за якористом, да, и все. Якорь, ты брось, чтобы не унесло дом. Якорист. За икону хватает. Лодку там сразу выставляй, и лодку. И я благодарю всех за молитвы, когда я болела, молились за меня. Благодарю вас за молитвы. Я так быстро и выздоровела. Аллилуйя. Так, Виктор Андреевич, я сказал, кто финансировал, которые погибли. Эллинбанк лопнул, газета закрылась, и никого нигде нету. А я лично был с ним и не раз ему говорил, Николай, не делом занимаешься, куда ты лезешь? Погиб. Ну, взять Валентину Павловну Коневу, которая умерла. Да, Настя. Да у нас, хотел попросить вас о помощи молитвенной. У нас пришел новый директор, там птицефабрика. Да, и как в интернационале поется, мы мир разрушим до основания. Все, что мы нарабатывали, все, что мы делали, все, что мы проверяли, все рушит. Вводит свою систему. И опасаюсь, что обвинит нас специалист. В чем? Птичка заболеет. Мы отработали все схемы кормления, вакцинации. Все отработано. Он сейчас меняет все. Люди увольняются. Обучать будет вас, нет? Обучать не будет, просто требует менять. Например, вот до смешного доходит, требует, чтобы мы написали заявку на то, что нам нужно, вот какие-нибудь материалы, оборудование, препараты, на год вперед. Да, конечно. Представляете? На год. Птички нет. Будут выводы или не будут. Какой будет процент вывода? Мы не знаем, сколько птицы будет, но мы должны написать на год вперед. Смешно. Покупаем жидкий азот, храним вакцину. Мне нужно отчитаться, сколько я потратила жидкого азота. Это если кто не понимает... А как ты его будешь вычитать?
Вот именно. Он испаряется, он постоянно кипит, его даже визуально не увидишь. Сколько его было, сколько его стало. Невозможно. Вот такие вот дела. Поэтому литров. Если... Как его звать? Его зовут Станислав. Станислав? Ну, приблизительно чуть постарше меня. Помоги. Сколько точно? Разумеется. А где он работает? На бычках. Полтай стычки. Так. Ну, дальнейший распорядок обычный. Смотрение, трапеза, занятия. Так, Виктор Андреевич, я забыл передать. Утром мне скинули, поэтому упустил из виду. Первый голос, который я услышал за рубежа, проповедь была, это Яр Николаевич Пейси. Это... Ну, радиопроповедник, самый знаменитый на русский, на русскоязычный проповедовал. Теперь его дети здесь работают. И я с ними, они на меня вышли, я им показал, как мы с их отцом Яром Николаевичем переписывались и прочее. На днях они прислали тревожное известие, что у них, они три радиопрограммы вели, видимо, своя радиостанция, особые какие-то названия такие, я уж не стал смотреть. Но... Сильная, грозная какая-то проверка прокуратуры и прочее, там с большими штрафами душат буквально, попросили помолиться. Нас, может, в прошлом году что было, в 16-м-то, все молились. Господи, ты знаешь, где слово твое распространяется, да не будет препятствий, помоги. Помоги, Господи. Нам Роспотребнадзор в прошлом году фактически никакого вреда не нанес. Полиция никакого вреда не нанесли. Они подняли нас на другую ступень. Конечно, покоя не оставят они, что и суд проиграли, но будем молиться. Приближается лето. Эти уже дважды, кажется, мне попросили помолиться. Значит, обращаются, если они не православные, там баптисты или кто, похоже. Значит, это чего-то стоит, что к нам обращаются люди. Достойно всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Алва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, они не выяснили, кто будет читать. Где эти же напечатанные были? Надо узнать. Кто придет, тот и будет. Надо подготовиться. Кто будет читать сначала, кто будет читать. У батюшки благословиться надо. Андрей, как кто придет? Где распечатки?